Подождите. Ну, во-первых, приветище. Это наши поездатые приключения, но без поезда. Я стою посреди рельс. Ну, точнее, посреди леса на рельсах, я бы так сказал. А поезда нет. Я, короче, только что загрузился, а поезда нет. У меня поезд украли, что ли? Мне теперь бы понять, в какую сторону я двигался. По-моему, в сторону гор, да? Оттуда мы приехали, туда мы ехали. Так. Чё, придется поезд догонять? Вот это первый раз со мной. Серьезно, загрузился, а поезд уехал. Короче, надо сохраняться будет в следующий раз на остановленном поезде. Не, ну так дело, конечно, не делается. Это поставь. Давай еще раз загрузимся. Ну-ка. Так, я слышу. Поезд в ту сторону укатил. То есть от горы. Ну ладно. Так, ну а пока я здесь бегу, давай быстренько спускайся вниз под видео, ставь свой царский лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Это очень важно. Такого начала я, конечно, не ожидал. Что у нас там по времени? У нас 8 утра. Ну, конечно, утречком с нами случилось такое. По крайней мере, не ночью. Это хорошо. Не ночью, это хорошо. А еще будет прикольно, если у меня там стрелка нерабочая, мне нужно будет заново бежать в город за рычагом для стрелки. Короче, что-то я разнудился, да? Вон он, поезд, я его вижу, наконец-то! Отлично. Сейчас я до него добегу. Капец, он как далеко уехал. Вот она, развилочка. Сейчас нужно будет проверить стрелку. Рычаг на месте, стрелка переведена. Вот он наш поездатый поезд, ёкарный бабай, который от нас сбежал. А что с насыпью? О, ты посмотри, галюны какие. Кажется, железная дорога левитирует вместе с песком. Вот это насыпь. Так, ладно, хорош балдеть от галюнов. Пойдем, заведемся и поедем. По бензику у нас все пучком. Рация так и не работает. Заводим двигло и погнали. Йо-хо! Надеюсь, что мы повернем в правильное направление. Подъезжаем к стрелочке и поворачиваем направо, да? Да, отлично, повернули направо, все как нужно. Давай-ка сбегаем, короче, за картофаном, посмотрим, что у нас там с картошечкой. Выросла ли она у нас? О, да, картошечка выросла. Можно себе пожрать, приготовить. Так, создать. Блин, а воды-то больше нету. Только энергетики, которые нафиг мне не помогут напиться. А здесь есть водичка? Я без воды. Жеванный торт. Вот это да. Кстати, говорили, что вот этот рюкзак, который я сшил, он якобы больше размером. Надо проверить. Сейчас проверим. Ну-ка. Плюс 20 килограмм грузоподъемности. А у меня что? Давай посмотрим. А у меня вот этот... Блин, так не видно. Этот тоже плюс 20 килограммов. Так что разницы никакой нет, но я один вот этот. Этот поновее. Также спрашивают, зачем тебе бабки? Нафига ты их берешь? А мало ли, где пригодится. Может быть, там в автоматах с колой я что-нибудь купить смогу. Так, а тем временем мы посадим картофан, чтобы у нас картошечка, так сказать, выросла. Было чем питаться. Все. Че, пойдем глянем, где мы сейчас едем? О, опачки, нифига себе. Мы едем в какой-то туннель. В туннель, который находится в этой огроменной горе. Нифига себе. Там, по-моему, врата. Или это не врата? Сейчас подъедем, узнаем все. Главное, чтобы там не было тупика, и я не бомбанулся на своем поездатом поезде. Черт, туннель! Я не понимаю, как группа Луи живет здесь. Мы сейчас, может быть, людей живых найдем? Так, врат здесь не было, здесь просто кабели висели. Я перепутал кабели с воротами. О, темень, темень какая, надо фонарь врубить. Как фонарь-то включить? Фонарик, включайся! Почему у меня фонарик на шлеме не включается, а? Фонарик, твою налево. У меня вообще ничего не включается. Чё за фигня? Я ничего не вижу. Капец. Я сейчас бомбанусь где-нибудь. Стой, реверс врубаем. Реверс. Выключил двигатель, нащупал. Как так, у меня фонарик не включается, даже на пестике. На дробаше? Не включается. Блин, стрёмно-то как. Использовать трейнфорк. Уанчич, что это такое? Это не то вообще? Я недалеко от входа в подземное убежище. Мне стоит замедлить ход. Фу, хорошо, что я выключил двигатель. Так, лампочки. Лампочки, где же вы? Энджин мне не нужен. Блин, куда-то я вообще не в ту степь смотрю. Спотлайт, во, кажется, это он. Спотлайт я включил. Е-е-е!
У нас есть свет. Ух, мы приехали. Куда-то мы приехали. Блин, кажется, я упал. Я что, упал? Не-не-не, стой. Как так? У меня фонарики не работают. Что за фигня? Там зомбарь. Во-во-во, все, заработало. Короче, какие-то глюки были. Все, ништяк, у нас есть свет. Зомбарь за нами побежал. Так, подожди. Надо назад сдать. Обязательно назад сдать. Заводим двигло. По-любому назад, потому что... Вдруг мы что-нибудь проехали, какую-нибудь секреточку, а? Так. Надеюсь, что мы ничего не проехали. Фонарик можно отрубить. Воу-воу-воу-воу-воу. Фига себе, вот это туннель. Прикольно так смотреть на свой поезд, на свои вагончики. Так, ну все, кажется, это мы уже выезжаем. Да, мы выезжаем. Теперь врубаем вперед. Теперь двигаемся вперед и будем смотреть, нет ли здесь каких-нибудь секретиков. Блин, вены полезли на лоб. Пить хочу. А пить-то у меня ничего и нет. Энергетик давай бахнем. Это, конечно, не поможет, но что поделать. И картошечки съедим. Так, глядим в оба. О, какие красные лампочки. Атмосферненько, атмосферненько, конечно. Мы какого-то зомбаря все-таки сбили, да, поездом? Трупачок валялся. Вот это что такое? Ящик электрощитка, но он, походу, нам не нужен был бы. Вот эти звуки скрипящих колес по рельсам. Оу, здорово, сейчас я тебя собью, отходи. Бух. Ой-ой-ой, тормозить надо, тормозить. Быстрее тормоз. Успею? Успею. Можно даже чуть подальше проехать. Ближе едем, ближе. Так, на дробаше патронов нету. На пестике перезарядим сейчас. Я думаю, что можно тормозить. Вот сейчас. Вообще красава, четенько. Свет у нас пусть горит лучше в кабине. А тут мы отключим. Тут мы отключим свет. Вот так вот. Все? Можно идти. Чтобы здесь не шуметь, мы воспользуемся нашим четким луком. Да что такое? Ты как меня услышал вообще? О, сейчас я тебе, знаешь, на башке нарисую звездочку и стрел. Отлично. Ни одна стрела не сломалась, это здорово. Ну слушай, прикольно. Мы в пещерах еще не были. Блин, где моя дубина? У меня и так со здоровьем беда, потому что я не попил. Мы сейчас вот сюда заглянем. А, тут тупик. Ладно, походу нам туда. Так, еще одна стрела. И ты окажешься в раю. Нет, не окажешься. Прости, что пришлось причинить тебе столько боли. Ну что, пошли. Кажется, здесь есть проходик. Точно, вот туннель. Зомбарей куча просто. Кажется, что мы здесь Луи не найдем. О, щиток. Ну да, его открыть нельзя, так что хорошо, что мы там не остановились. В туннеле. Может быть, это ребята Луи? Они уже в зомбаре превратились. Ящики не открываются, блин. Капец. Ого, вот это здесь бункер был. Ладно, что, пойдем проверим. Луи! Луи, это ты? Ну ты зеленый. Зеленый, как ниндзя черепашка. Прости, Луи. Конечно же, это был не Луи. Я просто хочу найти здесь живых людей. Опс. Так, с тобой, я думаю, мы разберемся сейчас. При помощи... Ну, давай, пистолет возьмем. Фух, он меня даже не задел. Но зато услышали другие. Давай-ка вкинемся таблетосами. А то хпшечки у нас кончаются. Надо ящики обыскать. Воды дайте мне, пожалуйста. Все, здесь все обычно. В этих коробочках что-нибудь есть? Не, пусто. Ничего нету. Так, давай-ка я присяду. Опа, Машка, здорово. Какой у тебя красивый наряд. Хорошо, что я присел. Прям как знал. Вот тут бы мне пригодилась, конечно, граната. Блин. Что делать? Нужна тактика. Давай, короче, сделаем вот так вот. Лук что-то не работает. Лук сломался. Да ё-моё. Что за дела? Так,
Пойду-ка я вернусь на поезд, надо починить лук, потому что в таких туннелях очень узких. Если я буду шуметь, меня услышат 100% и нафиг сожрут. Так. Лук-лучок. Надо свет включить здесь тоже. Вот так вот. Все повеселее будет. Лук. Тряпки нужны на лук. Сейчас будут тряпки. Железяки сюда. Деревяшки сюда. А, нет, деревяшки мне нужны. Сделаем с тобой еще несколько стрел. Все, стрелы в достатке. Вот этот лук мы, значит, выкидываем. Пусть он тут полежит, а этот берем. А еще у меня, блин, Комаров ломается. Комаров — это пистолет. Ну чё, Машка, я вернулся. И не с пустыми руками. Опа, блин, как она далеко. О, они все попрятались. Так, Машка, не шуми. О, нифига себе, она изрыгнула бомбочку. Блинский. Вот это да. Ну, по крайней мере, я увидел, как это происходит. Я-то думал, она заблевывает меня просто этой кислотой. Она, оказывается, какую-то фигню выблевывает. Типа бомбочки. Ну-ка. Машуля. Ой, какой у тебя ротик облеванный. Желтенький. Так, все, Машка скончалась. Стрелу только заберу. Мне так жаль, Маш. У нас могло бы с тобой что-нибудь получиться. Мне кажется, ли я могу... О, еще одна стрела. Заберу. Я думал, что башку могу оторвать. Ну, в качестве этого... Какого? Ну, как это называется-то? Ну, типа, кулончик-талисман. О. Чувак, ты там что, отливаешь? Блин! Фу, 4 хп. 4 хп! Твою ж налево, надо быстренько вкинуться таблеток. Я истекаю кровью. Фу-ху-ху. О, вот это, конечно, капец. Ты видел, я стрелял ему в тело, в голову. А он как Супермен, пер на меня и пер. Че у нас здесь? Закрытая дверь. Там спуск. Проверим ящички. Дерево и металл нашел. Интересно, могу открыть? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, Василий! Василий Петрович Геннадий, отпустите меня. Машка еще бежит. Фух, сзади. Вот это я нашумел здесь. Вот это поворот. Заходим. Вот тут вот, может быть, что-нибудь путнее будет. О, патроны! Для дробаша заодно. Водичка будет, интересно? Деревяшки, пусто. Энергетик. Бабосики. Блин, но патрон для дробаша, это, конечно, вообще сказочно. Мне повезло. Отлично. Шестеренки какие-то нашел. Все, у меня все битком. Наверное, металлолом я выкину. А лучше добежать до поезда и все там оставить. Все, сумки я освободил. Все шикарно. Так что можно забирать все, что тут я найду. А нашел вот тут двигатель, шестеренки. Вода, наконец-то, могу попить. Слава богу, утолю свою жажду. Еще можно похомячить за раз. Ну все, можно, в принципе, отсюда выходить. Посмотрим, что там внизу. Блин, вот это меня, конечно, напрягает. Куда идти? Либо вниз, либо вот сюда направо. Опа, кажется, кто-то там есть. Ё-моё. Биту! Бита, помогай! Да что такое-то? Капец, как сложно стало с битой мочить этих зомбарей. Пока ее достанешь, пока попадешь по нему, это, конечно, катастрофа полная. Тебя могут сожрать. Короче, лучше на дистанции решать все вопросы с этими зомбарями. Василий Геннадий Петрович. Сейчас я тебе выпущу еще одну стрелу на счастье. Goodbye, Америка, goodbye. Не знаю, почему Америка, не спрашивай. Так. Вот это тут развилочка. Ух ты! Лаборатория. Тут, короче, кругом зомбари. Ты видел? Он телепортнулся. Это профессор, по-любому. Он изобрел телепорт. Так, с этим чувырло я сейчас разберусь по-мужски. При помощи стрел. Я слышу, там еще кто-то. Сзади меня. А-а-а! Я не туда побежал, что ли? Нифига себе. Нифига себе. Где мой дробаш? Ну нафиг вас, ребята. Ну нафиг. Бессмертный Буратино какой-то. Уже второй раз не могу нормально забомбить в череп. Тут еще стрела надо забрать.
Так, я вернулся. Папка в здании. О, Машка, Машуля, беги ко мне, я тебя жду. Машка не добежала. Так, надо быть очень аккуратным, потому что тут еще где-то есть. О, пакля чья-то. Спрятался, мальчик. Оу-оу-оу-оу-оу, нифига себе. Я думал, это я его испугаю, а нифига подобного. Я тут кирпичей навалил. У Машки, кстати, маникюр, смотри. Красный маникюр. Она явно на свиданку собралась. Так, ну чё? Я здесь всех отбомбил. Идем в лабораторию. Чё у нас тут за рубка? Можно что-нибудь понажимать? Блин, в микрофон бы сказать. Луи, ты где? Я пришел к тебе. Ничего здесь не работает. Только напрягающий красный цвет. Ладно, пойдем обыскивать дальше. Так. Я слышу, кстати, как зомбари ломают металлическую дверь. Хватит ссать на углах, а? Ты посмотри. Так, меня запалили. Беру дробаш. Все вопросы к моему дробашу. Патроны, короче, зеленые вылетают, использованные. И я шуканулся патрона. Ну, кстати, этот патрон спас мне жизнь, потому что справа вот этот зомбарь полз. Тут еще кто-то есть, что ли? Василий Петрович. Блин. Так. Сейчас решим вопрос с тобой. Немирным способом. Да давай уже. Долбанная перезарядка. Я думаю, что пора уже воспользоваться аптечкой. А то я на волоске от смерти. Вообще, экстремальный пацан, да? У меня там всего лишь 29 хп, я тут брожу. Так, водичка, пожалуйста, найдись. Мне нужно попить, а воды здесь нет, обламентос. Ладно, ящики обыскивать не буду, потому что там все равно древесина и металл. Крутой ящичек здесь. Бинтики, патрончики, патрончики, бинтики. Ну все, чешем отсюда, чё? Кажется, я выбрал правильную дорогу. Тут у нас... О, вода и записка. Я нашел записку. Давай почитаем. Срочное сообщение от Луи. Группа обходников путей случайно забрала ключи к южному входу в туннеле Б или В и до сих пор не вернулась. Я прошу вас послать кого-нибудь из охраны в затопленную жилую комнату на нижнем уровне. Дубликат ключей хранился в одном из шкафов. О как. Короче, нам нужно отправиться в затопленную комнату и поискать там ключи. Так, здесь я все обыскал. Вроде бы тут больше ничего нету. Ну да, можно чесать. Ну вот, теперь мы можем со спокойной душой спускаться здесь. Главное не нашуметь. Давай-ка зарядим наш лук. Ну да, похоже, что где-то затопленная комната тут будет. Подпорки такие мощные. Игнатий! Здорово! Я тебя узнал-то! Ну ты прости меня, если чё, да? Ты просто слишком изменился с нашей последней встречи. Так. Тут еще кто-то ходит. Возможно, это Евпатий. Точно, это Евпатий. Я узнал его по белым шнуркам на кроссовках. Черт, он упал не так. Я тебе хотел показать его белые шнурки. Ну ладно. Здесь еще кто-то ходит. Да блин. С двух сторон причем. Опс. Сколько ОМОНа. А там что у нас? Машка? Машка, я знал, что ты мне изменяешь с этими ОМОНовцами. Я пошел, я расстроен. Да не шучу. Я сейчас тут всех нафиг раскидаю. Так, ну вначале надо начать, я так полагаю. Машка! Не надо, не жри меня! Не жри, я все прощу. Да блин, опять. Ну че... Как я ненавижу, когда она пердит. Все, я вроде откашлялся. Машка, эта стрела Аполлона предназначена для тебя. Прикольно. Двух выстрелов было достаточно, чтобы она в меня влюбилась. Чешем разбираться с ОМОНом. С ОМОНом. Да блин. Только я присяду. О, нифига себе, первого выстрела, как я четко ему дал. Щитом. Щитом это, конечно, вообще не круто. Блин, и как с ним разбираться-то?
Твою ж налево. По ногам пострелять ему из пекаля. Не, так не прокатит. Открой личко, открой. А? Прыгать я тут не могу. Надо его как-то оббежать. Нифига себе, что-то там сломал. Ой-ой-ой, пить хочу, есть хочу. Буду погибать молодым. Кинусь я таблетками и буду выживать. Так, я завел этих чуваков вот сюда. Я слышу, что кто-то бежит. Закрываем его здесь. Так. Все, я его закрыл. Надеюсь, что он не вылезет. О, а ты откуда бежишь? Я же там все зачистил. Странно. Очень странно. Так, ну все. Этого мы забаррикадировали. Можно идти дальше. Ну и что? Что мы тут имеем? Нужно найти затопленную комнату. А еще желательно найти попить. Я очень хочу пить. Открыть. О, нифига себе, зайти можно? Серьезно? А туда? Давай там проверим. Вот тут, наверное, тоже двери открываются. Еще сюда можно. О, ящики. То, что нужно. То, что нужно. Возможно, тут есть водичка. Склад. Это складское помещение. Есть. Вода есть, можно попить. Попить скорее. У меня была вода. Посмотри, там справа кто. Ладно, пьем тихо, чтобы нас не запалили. Сейчас еще покушаем. Главное, чтобы он не повернулся. О, да. Я наелся и напился. Буду жить я счастливо. Геннадий Петрович. Твой след остался на стене. Машка, прости. Прости. Сколько Машек я уже покалечил. Не суждено мне влюбиться. Так. Кто-то тут тоже ломает двери. Водичка, пульки для дробаша. Просто рай какой-то. Удачно заскочил. Давай заглянем, что тут у нас на складе. Надеюсь, тут Машек больше нет. Блин! Чертов. Щитоводец. Щитоводец. My white shield. Открой личико. Есть. Патроны. Как не вовремя. Патроны перезаряжаемся. Фух. Ну-ка, ну-ка, подойди ко мне. Да хватит перезаряжать, меня сейчас скуснут. Фух. Это было близко. Так, у меня там уровень. Надо вкачать, наверное, здоровье. Отлично. Заодно и пополнил запас хпшечек. Так. Тут есть что? А, тут двери. Понятно. Я выхожу с этого помещения. Мы сейчас сделаем вот так вот. А, не пробить, да? А, здесь закрыто. Понятно. Блин, неужели я не могу прострелить их? Не, не получается. Ладно, тогда придется открыть вот эту дверь. Бункерскую. Ща подзаряжусь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, здоровяк. Вот это я, конечно, обосрался. Да блин, ай! Капец. Фух. Я думал, у меня сейчас будет каранты. Да блин, перезарядка долбаная. Нафиг. Вот это стресс. Жуть какая, а. Я реально тут обосрался. Сейчас, подожди, пойду штаны поменяю. Не, короче, прикинь, не обосрался. Просто немножко взбзднул. Сейчас разберусь вот с этими. Чуваки! А им вообще насрано. Стреляем в спину, им пофиг. Они, видимо, очень хотели сломать эти металлические прутья. Так. Здрасте. Бочечку вон ту бы подорвать как-нибудь. Ладно, не будем шуметь. Бита, бита, моя бита. О, вот этот с первого раза ушатался. Отлично. Кажется, я приобретаю свои старые навыки. Там огонь есть. Может, там люди выжившие, а? И вообще, я опять иду, походу, в правильном направлении. Может быть, мне вернуться? Потому что там еще много чего неизведанного было. Так, бита. Хе-хе-хе. Хотел мне сказать привет, но не получилось, да? Бочечку сейчас подниму. Сейчас, 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 сейчас. Вот эту бочку я возьму. Вот так вот. Надеюсь, она со взрывчаткой. И... Блин, сколько там зомбарей. Подожди.
Подожди. О, Машка! Им пофиг вообще. Ладно. Сейчас я сделаю по-другому. Бамбалейла! Ну чё, ребята, затусим? Давай, подрывайся быстрее. О, да. Нифига себе, вот это подрыв. Патрики, патрики. Вот это подрыв. Чё, всех разнес тут? Вот это я нормально съел. Машка, ты выжила? Прости. Тебе не суждено жить в такой форме. Отвратительной. Так, я видел, что ты тут спрятался. Это разборки. О, тут еще одна Машка погорела. Это разборки подземные. Надеюсь, там калаш в этом ящике. Так, еще 4 патрона. Ох, как Машку откинула. Ну чё? Кто еще? Блин, не-не-не-не-не. Там... Ты видел, там здоровяк стоит? Мне нужна бочка подрывная. Чё, здесь больше ничего не осталось. Так, ладно, хорошо. Сейчас я вкинусь таблетками. Надо поправить свое здоровье. Еще бинтиками. Бинтиками обязательно. Сейчас он как только меня начнет бить, он откроется, и я смогу выстрелить. Давай. Мимо. Ой-ой-ой, я застрял. Вот это... Я упал сквозь текстуры? Нет. Блин. И что мне делать теперь? Капец, ну как так? Ребят, вытащите меня, пожалуйста. В общем, на этом все. Если тебе понравилось, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и крутой комментарий. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.